Блокчейн-смотрины. 19 июля 2017 года в Москве состоятся первые в России так называемые смотрины блокчейн-технологий. Как сообщается на Facebook-странице компании, Микромани и Атлас Блокчейн проведут ICO-питчинг, на котором у стартапов и проектов, которые используют в своей архитектуре технологию блокчейн, будет возможность выступить перед экспертами отрасли и инвесторами. Формат мероприятия предполагает трехминутную презентацию проекта и 5 минут вопросов от экспертов и аудитории. Среди экспертов Дмитрий Васильев, криптоэнтузиаст, инвестор и основатель ряда блокчейн-проектов. Александр Алешин, бывший ведущий аналитик и руководитель проекта в области анализа рисков и финтех-проектов в CAP и Deutsche Bank. Полный список экспертов пока недоступен. Также среди участников kiwicrypto.club, комьюнити ICO-проектов, QAAZ.com, медиаплощадка с блогерами и телеканал KCN, рассказывающий о блокчейн-технологиях всему миру на доступном языке.